У рабочего населения конец трудового дня, а у молодежи самое время для активного отдыха. Ярко-шумная массовка с триколором взбудоражила сельчан. 27 июня – Всероссийский день молодежи, который в дате празднуется уже более 3 лет. Чтобы все было хорошо всегда. Выпускникам желаю поступить туда, куда они хотят. И только хороших оценок и зачетов всегда. Удачно сдать выпускные, сдать экзамены, чтобы поступить в успешный вуз. Ну, всего-всего. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами. Этот мир придуман не мной. Вот именно так, таким большим шествием, свой день молодежи и открытие танцевального марафона отметила Абанская молодежь. Кто не смог попасть по каким-либо причинам на танцевальный марафон, не стоит огорчаться. Традицию отмечать День молодежи в последнее воскресенье июня пока у нас никто не отменял. Поэтому в воскресенье мы ждем вас в парке. Ждем вас, всех тех, кто чувствует себя молодым. Отличного лета, Валера! Получить профессию в будущем хорошую. И машину купить. Много пожелала, знаете. Самое главное просто... вести здоровый образ жизни, это в первую очередь. Просто. Чтобы все вели здоровый образ жизни. Оставаясь такими энергичными. Да. Всего самого лучшего, добиваться всех поставленных перед собой целей и нести все выше, выше и выше. Здесь много, я смотрю, учащихся. Ваша, наверное, главная задача – это отдохнуть. Кто-то у нас работает, заработать и с новыми силами начать учебный год. Но, к сожалению, у нас есть та часть, а может быть, и к счастью молодежи, которая сегодня закончила успешно школу, собирается куда-то поступать, поэтому им успехов в учебе. Хочу пожелать выпускникам, чтобы они все поступили туда, куда они спланировали. Чтобы не теряли голову, молодежь пожелать. Я хотела бы пожелать никогда, никогда не иметь вредных привычек. Жить долго и счастливо. Здоровье. Самое главное. Самое главное – здоровье. Здоровье, счастье, побольше улыбок. А как насчет найти себя? Тоже надо. А вредных привычек? Не надо. Благополучие в стране. Будет благополучие в стране, будет и жизнь у нашей молодежи. Мы с ностальгией, более старшее поколение, вспоминаем свою молодость. И поверьте нам, это самое интересное, самое красивое, самое счастливое время в вашей жизни. Я желаю нашей молодежи много счастья, много успеха, много того, чего они сами хотят пожелать, и исполнения всех их желаний. Oh, yeah.